Сумка Рибок на трех колесах. Есть черная и графит с черным низом. Такая сумка имеет размер 90, 42, 40. Длина ее 90 сантиметров, 92. С колесами чуть больше, если максимальный габарит. Ну и, конечно же, если загрузим ее, немножко может размер гулять. Это не чемодан. Сумка без выдвижной ручки. Ручка вот такая. Тут клепки, прошивки на стропе. Везде встречные бегунки. Вот. Плотная ткань. Плотная, но она без ПВХ основы. То есть она такая очень плотного плетения. ПВХ основа со временем крошится. От пересушки, от заморозки, разморозки. Эта сумка не имеет такого недостатка. Два торцевых кармана. Здесь один, тут второй. Внутри у сумки основной отсек. Да, вот эта длина отсека где-то 75 сантиметров. Не во всю длину, 90 там, да, с лишним. Три колеса. Полозья. Да, полозья там внутри, здесь пластмасса. Вот где-то миллиметра 4. Чуть больше, может, ткань выглядит как с миллиметров 6. Значит, она там приклепана к металлическим внутри ребрам таким жесткости. Вот, не просто к пластику. Ручки выдвижной нет, да. Она сумка легче. Дешевле. Сломаться там нечему. А по длине уже комфортно ее возить. Она длинная. Для взрослого пойдет. А ребенку только за глаза. Ну, просто если для хоккейной экипировки, у ребенка она будет заполнена максимум на 2/3, да? Половина, 2/3. Вот что еще у этой сумки. Ну, прихваточки. Лямки можно на плече носить. Сумку. Вот такая сумка Рибок. И такая же сумка, цвет графит с черным основанием, практичного, не маркового цвета, да? Мой WhatsApp 950-218-70-42, отправим, если нужна доставка, ну или в голубом огоньке в наличии.